Все новые законы и изменения традиционно во многих странах приходятся на конец года. Видимо, чтобы граждане заранее готовились к новым реальностям прямо с 1 января. И Турция не стала исключением. Сегодня расскажем вам, что же подготовили власти Турции для жителей прямо с 1 января. Вы на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали. Разберемся. Первое изменение – меняются условия покупки недвижимости в Турции. Теперь нельзя будет покупать квартиру для гражданства в долевой собственности. То есть, если хочешь золотой паспорт, то собственник должен быть один, а не несколько инвесторов. Также изменения в этом пункте касаются того, что нельзя будет в ТАПУ указать одну стоимость квартиры, чтобы уменьшить свой налог, а в кадастре указать другую стоимость. Это касается и для граждан Турции. Сумма должна быть либо равна кадастровой, либо той, за которую куплена квартира. Также теперь нельзя претендовать на ВНЖ и гражданство, если квартира была куплена у иностранца или турецкого гражданина, у которого срок собственности составляет до 3 лет. Второй пункт – это повышение цен. С 1 января 2023 года увеличена минимальная заработная плата в Турции, то есть МРОТ, с 5500 лир до 8500 лир. Увеличен также налог на телефон, ввезенный из-за рубежа. Вместо прошлых 2732 лиры теперь нужно будет заплатить 6090 лир. Проще купить новый телефон на территории Турции. Также получение водительских прав варьируется от 3 до 7 тысяч лир в зависимости от провинции. А с января 2023 года цена вырастет до 10 тысяч лир, а где-то станет еще выше. Повышается проезд на транспорте. Это автобусы, метро, трамвай. Вырастет с 7 лир 67 лир до 9 лир 90. 1 километр езды на такси теперь будет стоить не 6.30, а 8.51. Для турецких граждан также выросли цены на получение загранпаспорта. И выросли они в два раза аж. Следующее изменение касается изменений в плане получения ВНЖ. По поводу изменений в области получения ВНЖ еще не все структурировано и часть нюансов явно дорабатывается властями. Но то, что точно изменилось, это теперь есть воссоединение с семьей. Раньше такого и в помине не было. То есть, если один из членов иностранной семьи уже имеет ВНЖ, то второй может получить ВНЖ на этом основании. Это удобненько стало. Но явно дополнится пакет документов какими-то новыми очередными документами. Пока что ждем официальных данных на сайте ГЕЧ. Да. Про домашних животных. Те, кто не чипировал свое животное до конца 2022 года и не поставил питомца на учет в Госветнадзор, обязан заплатить штраф 6072 лиры, прям как за ввезенный из-за рубежа телефон. И домашнему животному не будет оказана помощь, если этого не сделать. Иностранцев это тоже касается. Если же до конца декабря иностранец еще не получил свою карточку ВНЖ, то поставить на учет питомца необходимо, как только пластик будет на руках. В этом случае штраф платить не надо. Непонятно, вот животные как телефон стоят. Животное же намного дороже, чем телефон. Там душа есть. Да. Подробнее про эту новость смотри вот здесь. Следующее нововведение касается жилья. Цены на жилье в Стамбуле приблизились к рекордному 2016 году, когда за 1 квадратный метр просили 1470 долларов. Это не нововведение, а просто новость, то, что цены растут, и, вероятно, они не собираются падать. А почему они не будут падать, ты узнаешь в одном из наших видео. Новые налоги. Теперь нужно будет платить налог за проживание в отелях, гостиницах и кемпингах. Налог составит 2%. Это грустно или весело? Это печально. Печально, да. И про уровень жизни стоит поговорить. Политологи и экономисты пророчат повышение уровня жизни в Турции ввиду окончания действия Лозаннского соглашения. Я вот сказал, что смотрю следующих видео, а здесь вот мы в некоторой степени объясняем, почему цены на жилье не будут падать. И вот окончание Лозаннского соглашения открывает для Турции новые перспективы в 2023 году. Теперь страна может разрабатывать собственные разные месторождения полезных ископаемых, включая нефть и газ, а значит, может не покупать сырье за рубежом и продавать свое. А еще грядут выборы в июне 2023 года, и что все это принесет Турции, пока неизвестно.
Вероятно, Турция постепенно из дешевой курортной страны со вкусной едой и приветливыми жителями постепенно превращается в страну с ценами, догоняющими европейские государства. А как вам такие изменения? Напишите в комментариях. А пока подпишитесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Под видео указана наша почта для связи. Обняли, подняли и немножко хрустнули. Всем пока. Пока. Thank you.